знакомые скидывают ролики, что уже появились грибы в лесу. Сморчки, строчки. Я их очень люблю. Поэтому сейчас поеду, попробую посмотреть. Хотя я никогда здесь так и не нашел места, где они растут. Нет, один раз мы с одним человеком съездили. Вот, на моих глазах. Но я забыл, где это было. Поэтому сейчас поедем, посмотрим. Ничего не знаю, сможем ли мы что найти. Но хотя бы погуляем по лесу. Так, вперед. А дедушка тоже приехал, да? Здесь он дома. Почему тут столько, наверное, это в этом году обломало. Вот вторая камера. Слушайте, обычно я ходил вот по этой так называемой канавке. На самом деле это опашка так называемая. Один лес отделили от другого. А в этом году, смотрите, чего тут натворилось. Вот это да. Крайние-то деревья окупали. Снегом их так согнуло. Вон там целые завалы. Ой-ой. Вот это да. Вон как молодые деревья. Ух ты! Ничего себе! Вот это да! И он поломало. Они не выправятся. Их прямо положили. Положил снег-то. Не знаю, что с ними будет дальше. И походить-то теперь я не знаю, как по этой канавке. Правда, у меня и на ней-то ничего никогда практически не находилось. Так, редкий год какой-то. Но толкнешься на 2-3 гриба. Но мы все-таки сейчас пройдемся. Оставлю здесь самокатик. Надеюсь, никто его не уведет, мы далеко не пойдем. Да и никуда мы далеко не пройдем.
Да. Но мое размышление какое? Вот сморчки, строчки, это же просто гриб. А гриб, он развивается достаточно долго. И поэтому, мне кажется, вот в свежем лесу их быть не может. Скорее, все-таки они вот в каком-то таком лесу более старом. Логика у меня такая. Ух ты, как хорошо в шлеме-то. В шлеме-то как хорошо с этими. Закрыл. И веточки тебе по глазам не клещут. А с другой стороны, какой-то им должен быть, наверное, климат, тепло какое-то. Где собирать строчки и сморчки? Я не знаю. Здесь тоже. Ох, наломало. Ох, этот лес тоже непроходимый. Со всех сторон наломал. Да. Попортила эта зима леса. Если это все не выдернуть, то здесь пройти будет невозможно. И главное, заведутся вот эти всякие короеды. И тогда будет здесь совсем все съедено этими короедами. Нет. Не думаю я, что найду хоть один гриб. Ух ты, какую елку уронила. Да. Хотя бы погуляем, да? Где вот их искать? В последние годы мы покупали. Я сейчас в Одноклассниках истяковцам напишу. А, нет, последние-то годы Мирослав Федорович у нас приносил. И мы радовались, что он-то знал вот эти места и леса. Но у него надо помолиться за жену, за Нину. Вот, помолитесь. Федорович сейчас в пистяках нет. Поэтому некому нам подсказать. И некому нам привести. Но, может быть, кто-то другой собирает. А мне они нравятся. Они такие грибы какие-то необычные. У меня-то с ними была интересная история. Я уже вам рассказывал, что однажды к нам приехали очень хорошие люди. Они долго прожили в Америке, потом, по-моему, в Испании. Ну, что уж я, Дунаевский. Вы знаете такого композитора. Вот младший Дунаевский. С женой у нас побывали. И мы-то, ожидая, что они подъедут, начали готовить им еду, обед хороший. И думали, что же им приготовить. А как раз была весна. И мы говорим, ну давайте купим сморчки и приготовим. Готовить-то я их умею. Мне папа показал, как это делается. Он любитель был грибов. Всегда, постоянно носил. Так вот, я их готовил со сметаной. Ну, достаточно просто. Надо просто деревенской сметану
сморчки, конечно, подотворить сначала надо в другой какой-то воде, чтобы сошла с них вот это. А после кладешь сметану, много лука, морковки, и уже тушишь. Тушишь так, чтобы вот сметана прямо загустела. Муравейники ожили, ожили. Вон. Строят. И вот это загустелая сметана, эти грибы, а мы уже сныть потребляли. Сныть здесь. Свеженький лучок. В общем, достаточно вкусно получилось. Они сели за стол. Мы им накладываем большие порции. Они начали есть и загадочно смотрят на нас, что с удивлением. Я им говорю: ешьте, ешьте, это все съедобно, это все вкусное. А они поели и сидят такие маленечко с каким-то таким смущением. И разговаривает как-то так немножечко с... через губу, я бы так сказал. Нет, конечно, не так. Я уж сейчас утрирую. В общем, разговаривает тоже с каким-то таким вопросом. И в конечном итоге кто-то из них решился и говорит: «Батюшка, а что за грибы вы нам приготовили?» Я говорю: «Сморчки». Они говорят: «Как сморчки?» Я говорю: «Так, сморчки, вон их Володя Зарубин тогда, по-моему, нам привез». Они как грохнут, давай смеяться. Смеется. Можно еще? Еще накладывают порции. Они так сначала: «Да нет, нет, ничего, ничего, не надо. Много нам не надо, много нам не надо». Я думал, чего они? Может, бояться отравиться? Много им не надо. Отсмеялись. И я их спрашиваю: «А что произошло-то?» Они говорят: «Батюшка, это точно по вкусу как трюфеля. Как трюфеля». И вот они же очень дорогие, трюфеля. В Италии, по-моему, они там жили. А может, и сейчас живут, вроде не слышу я их, что они в России. Так вот, говорит, мы начали кушать. И я сразу подумала: трюфеля. На него глянулась, ему говорю: «Трюфеля?» Он говорит: «Трюфеля». И я сижу, говорит, и думаю: как же так? Батюшка говорит, что у него средств не хватает, что ему храмик нужно восстанавливать, что ему надо помогать каким-то образом. А сам трюфеля ест, который там $1000, что ли, килограмм. Или еще дороже, не знаю сколько. Вот мы, говорит, и едим, и все переглядываемся. Ешьте, ешьте. Я так смеялся, говорю: да, ну уж, может быть, нам наладить поставку русских трюфелей за рубеж. Они говорят: да. Ну, они тогда купили дом нас там на Святом озере. Куда-то я зашел совсем в глухомань. Вот так. Так что нет, друзья. Ой, не нашел я сегодня трюфелей. И только могу поудивляться, какие у нас тут сейчас завалы. О. И я не знаю, что с ними будут делать. Вот так. Ладно. Кто собирает в Нижнем Ландике там или в Пестяках, то я маленечко куплю.
хотя бы разочек побаловаться весной у вас. Русских трюфелей. А мачка их не ест. Так что все, нет. Вижу, что ничего я здесь не найду. Поеду домой. Здоровья вам всем, радости. Идите в лес, гуляйте. Все, сейчас самые высокие фитонциды. Весной деревья, распускаясь, выпускают фитонциды молодости. Поэтому обязательно нужно, если вы слышали меня, что надо осенью гулять, они выпускают фитонциды консервации. То есть те, которые как бы не дают болеть ни дереву, ни нам, то весной, конечно, деревья начинают выпускать фитонциды молодости, так чтобы развиваться, так чтобы расти. И это очень хорошие стимуляции для всех, кто особенно ослаблен, для тех, кто пережил пандемию. В общем, для тех, кто хочет жить бодро и радостно. Ну, а я поехал домой. Все, здоровья всем, радости. Аминь. Давайте попробуем еще туда проехать. Там другой лесочек. Вот солнечно. Может быть, здесь растут морчки. Мирослав Федорович меня куда-то водил в прошлом году. Я опять не пойму сейчас, куда это мы так не ездили. Нет, здесь тоже ничего не предвидится. Мне кажется. Нет. Либо так искать нельзя. Нельзя брать и на маленькой площадке. Надо много-много, наверное, проходить мест. Ну все, возвращаемся домой. По этой дороге лучше стоя ездить. Как я посмотрю. Дайте-ка я подниму сиденье. Это ты.
Победа стоя. Сильно уж трясет, когда сидишь. А ноги? Здрасте.